I had something better to say than I never meant to make your heart break, but каждое свое утро я начинаю с одного стакана воды. Для нашего организма очень важно восполнять потерю влаги. Я применяю последнее время для профилактики яблочный уксус, 1 чайная ложка на стакан воды, что помогает улучшить цвет лица. После влажного умывания я приступаю к процедуре массажа лица, шеи и декольте. Сначала я использую ролик, который я приобрела специально для массажа лица с тоненькими иголочками. Это от швейцарской клиники Swiss Clinic. Он улучшает кровообращение, тонус. Как вы знаете, омоложение проходит только через хорошее кровообращение. Поднять кровь вверх к лицу через все мышечные напряжения очень сложно. Особенно это становится трудной задачей для женщин в возрасте после 50. Так как много мы проводим время у компьютера, наши мышцы ослабевают, и шея становится короче. Под действием гравитационных сил сокращаются наши мышцы на шее, и может с возрастом вырасти так называемая холка. Поэтому необходимо делать постоянно массаж. Конечно, одним массажем не уберешь наличие морщин и обвислости на нашем теле, на нашей шее. Помогут также упражнения и физические нагрузки. Сейчас показываю упражнение по методу Ревитоника. Это известная клиника, которая разработала ряд упражнений для поднятия мышц и фасций в тонус. Вот это упражнение называется УС. И это упражнение способствует разглаживанию носогубных складок. Каждая небезразличная к себе женщина сможет высоко поднять брови, разгладить гармонь на переносице и немножечко поднять уже запавшие глаза. Конечно, это не стопроцентный результат, но все же доказано, что постоянное упражнение и привычка следить за своей осанкой улучшает наш облик и визуально может улучшить нашу шею. Уже доказано, что шею можно нарастить. Это способствует упражнению по определенным мышцам. Сейчас я использую массаж той мышцы, которая отвечает за наши брыли и за нашу обвислую шею. Поэтому эту мышцу, которая соединяет голову и наше тело, нужно постоянно держать в тонусе. У каждой женщины и у каждого человека разный тип лица и разная кость. От этого зависит тип старения. И ни в коем случае не сравнивайте себя со мной или с кем-то другим. У каждого свои критерии на красоту. Упражнение на удлинение задней поверхности шеи. Устраняет сутулость, отеки, исправляет осанку, удлиняет шею и снимает напряжение и дает отдых мышцам спины и шеи. В результате регулярного выполнения такого упражнения исправляется осанка, поднимается грудь и подтягивается живот, а также улучшается походка. Будьте здоровы и красивы! С вами была Лора. Всего доброго!